там ключа есть, перевод, знаете? Смерть после рассвета. Что это за пятый человек сам внизу? Не знаю. Как рассветит, узнаем. Я прогрузился. Ты тоже. Доставка пошла. Так, вооружаемся. УЗИ есть, отлично. Все, готовы? Все. Да. После вас. Перезаряжаю. Били, покурайте, давай. Да, второй писал. Второй скинул. Я, ну, взял, я помню, беру просто. Я понял, понял, взял. Иду слева. Много слева. Закей над нами, походу. Охотники. Так, что звони? Звони, да. Внимание! Надо такая штука вместе всем идти. Пойдем вместе. Говора, да, он надо еще. Да блин, бомбы держит. Бомбы возьмите. О, нет. Да. А там не бомба, аж приз был. Плохо. Бензопила есть. Перезаряжаю! Когда они держат гады еще? Ой, блин, меня машиной... Ладно, бегите. А все, я тоже. Чего? А что случилось? А нас вот ящиком вобла. Давай, давай, да, Фрейч, поднимай. А что поднимай, это все? Наши враги еще живы. Спасибо, дружище. Мы не успели до бомбежки. Успели, успели, давай, засался мне. Вот туннель. 7 секунд еще, ну. Баа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 a Сзади! Ух ты, ё-моё! Да пипец, месиво, бля!
Я так столько зомби еще не видел, блядь. Ты говори, да? Да ладно. Это пиздец. А вот Миха. А он и я. А че я вас тут раз нашел здесь? Ну, потому что это рандом. Рядом ушел. Же был. Есть тот, кто я здесь. Так, и че, я с пистолетиком? Да. Там, подожди, кто не вернись, там Узи. А, там Узи был, да, кто-то. Да бля, зараза. Нашел? Ну фига растеклась она. Тут еще есть. Че там? Тоже вроде включай. Оба. Здрасте. Оба. Нормально, Фомочка у тебя. Ну оставь ее, пригодится на этом танк. Ну она, к сожалению, на оружие ближнего боя, но да, ладно. Да, да, да. И наверняка на один раз. Ну конечно. Готовы! А куда идти-то? Вот сюда. Да ёпперн театр. Эй, казаки, казаки. Готово. Так, здесь еще. Оружие! Добьём Антошка. Долбанулся ты, Мухин. Да-да-да. Аккуратней. Надо спать. А, здесь, ребят, здесь есть коктейли молотов, две штуки. Молотов. Да, хрен с ними. Ну давай, сейчас спущусь. А, я тоже не спущусь, походу. Я забрал. Подождите тогда там, сейчас прогорит. А то я так не выйду. Хоть отбивается. Да, блин, ты мог, макай... Медленно. Патроны нужны срочно. Блин, на меня сейчас просто запинают. Спасибо. Зря я полечись, взял. Вся птичка есть. Да, надо хотя бы, чтобы нокнули разок. Куда наплевала? Ну так, убери муху, а. Не могу, у меня не на что. Ты лучше шмали выкини ее. Ну да, если шмали, там все положит. Ну так, чтобы не в нас. Вот, убежище есть, отлично. Я знал, что все получится! Мы это сделали. Олег, там мухой перебивал народ, блядь. Муха, я очень мало кого убил. Я ножом резал, когда вот в тоннеле мы даем. Да я прикалываюсь, я понял. Ну, сейчас, да, ну, у тебя как же муха, правильно? Аптечка. Ну, да, да, да. Вот она была бы еще, конечно, да. Хоть тогда уж, если это самое, если ей так, ну, тяжело, быстро стамина расходуется, так... Поубойник хоть должна быть. Ну да, что так ударил, так ударил. Да. Ну да, а то, блин, там как дурак у тебя. Да. Ну сейчас ждите, сейчас подгружаюсь как все. Да тут вас обоих нету. Вот, я подгрузился. Там есть оружие какое? Такое же. Не, у меня просто полет осталось 50 патронов. Я дробашил. Ну, бери дробаш или выдик. Вот, я взял за... Аптека есть тогда. Ну что, готово? Погоди. А муха смотрит сзади, да, себе не такая? Пошли. Какой быстрый. Ага.
лестница наверх. Угу. Застрял. Не, открывай, открывай. Головой открываемся, головой. Hello. Походу, есть фомка, я хочу все-таки дождаться какого-нибудь танка или волны. Это, возьмите ее, еще есть этот фомк. Я к вам уже не могу зайти, лол. Второй пистолет есть. Открывается только с той стороны, да? Что тут тут? Если бы... Раз здесь оборонять, чтобы выходить. А ты че, Путман, зайди к нему, что ли? Я дверь с этой стороны открыть не могу. Сейчас открою. Нет, ну... Да тут нормально. Я встал очень хорошо, на самом деле. Перезаряжаю! Сейчас уже спрыгнул. Да, патрон нужен только этот самый. Ну, все, вперед за патронами. Так, а как вы вышли? Я... Ну, дверь открой про... Ой, ё-моё. Не открывается. Шальная пуля. Народ, разойдись. Вон здесь, сюда иди, значит. А я выходил через ту, куда ты пытался. Так, здесь машинки, пробовать не стоит. Идем туда дальше прямо. Перезаряжаю! А ведьма где? Вот там где-то. Нет, нет! Я тебя понял. Я её напугал. Стреляйте мне! Сука. Вставай на ноги, Луис. Вставай и иди. Спасибо. Я у тебя в долгу. Что-то мне нехорошо. Я твой должник. Только Counter-Strike, где-то там чекнем молотом. Да. Ну там потому что атака пошла, я бы туда и кинул. Перезаряжаю. Так, еще одна. Не, ну все равно нам здесь надо было идти, все равно бы испугали. Ну да. Ну здесь по дороге так. Так, че? Вы слышали? Это толстяк. Это толстяк. Да, где здесь он? Дефибриллятор. Вот ты возьму только аптечку. Давай, возьму. Добро. Все, что смогу унести. Громила. Кукла-то ушел. Так, тут ничего нету, походу это спасать. Перезаряжаю! Здесь оружие! Ножик есть, аптека есть, вот это. Может нам Фрэнкса убить, потом его вот вылечить, нет? Гранату возьмите. Гранату взял там, он все осталось. Да не знаю, зачем. О, сзади атака. Граната, ложись!
Мы Фрэнсиса положили, ребята. Остряк перед нами. Да. Миша, забери. Ну, там его только что хотел убить. Ай-яй-яй. Я курил, хотел. Патроны кончились. Я рука обвашу. Я тоже. На. Эй, приятель, это вовсе не смешно! Прекрати немедленно, Луис! А вы Фрэнс, дайте, пойду его подниму. Где-то здесь бродит курильщик. А куда ты пойдешь поднимешь? Что ты уверен, ну, что там он испарется? А, блядь. Пульт чисто! Что за... Перестанет? Блин. Ну что у вас там? Осторожно! Блин! Если... Пистолет есть кого-нибудь? Там толстят. Какая-то будет или танк? Зачем его тут? Нам сейчас только танка не хватало. Ой, да ладно, тут на среднем уровне сложности разобрать его. Главное, чтобы я из гранатомета попал, вот и все. Но на этом танк примерно закончится. Похоже, это наш приятель охотник. Ну, откуда взял? Блин, поймал меня, ага. Поймал, да. Да, мы видели, здорово. Танк, точно. Я готов, горелка. Слышишь, шипит? Ну, слышу, так. Тиховато, но. Ага, здрасте, выходите. Ага, выходите. Так, я не знаю, в кого стрелял. Но, по-моему, ты в него не попал. Я знаю, как его так попадать. Посмотрю сейчас по урону, когда... Я угол поджег. Давай, ну, когда по-моему, ты в меня попал. Тебя я попал? Точно. Я прям спину так прям пролетел. Я, честно говоря, это больше не на... То самое, это не гранатомет, а миномет больше какой-то. Он его выстрелил... А ты из гранатомета бахнул вообще? Да. Не проходит туда, там где проход? Вот вопрос только, насколько я танк задамажил, а насколько мих. Там патроны. Куда идти-то? Ну вообще сюда должно быть. Потому что всё-таки проходит, видите, всё равно. Там не пускает туда, вот он не идёт. Ё-моё, вали. По-моему, я что-то сломал. Че, она глюканула, что ли, блин? Мне очень паршиво, народ. Сюда должно быть пройти нормально быть. Здорово, тоже залезть нельзя. Чувствую себя паршиво. Как же хреново. Охотник сводил ты взял? Убейте его! Перезаряжаю! Все хорошо, я здесь. Сейчас помогу. Да, аптечка здесь не помешает. Но если такое случится... Что ей мешает, непонятно. А какой вертолет пропеллер за ним вращается, а не за ним? Я ранен! О, господи. Все в порядке. Хоть я уже и начала волноваться. Вставай, пойдем. О, спасибо. Без проблем. По-моему, глюканул, друг. Да, мне кажется, здесь как-то кто-то рванул тут все, блядь, пипец, блядь. Ой, да конечно. Я тебе пропить нельзя в эту дверь, блядь. Не, ну мы можем и там заново попробовать. Это. У нас там уже голосование есть какое-то, правильно? Да, есть. Сейчас, ну сейчас давай еще. Голосование через Винсу, так начать новую компанию, перезапустить компанию. А, нет, даже только перезапустить компанию. Мне нужно подлечиться.
Да? И если что, выйдем в лобби, я просто второй этап поставлю. Иди сюда, я в окно залез. А, вон, ну как? А, разломал? С улицы. Ну там разломал, залез. Значит, ты глючишь, конечно, поход сделал. Ну, так, а мы сейчас... Проход вдвоем. Есть. И там патрошки. Залезли? Вы потолкайте еще. Я тут много есть, никто не пролазит. Проход есть тоже. О, как три молотого. Куда, Алекс, ты подвинул так это, что не пролазит. Я, да. Все вот против как тебя делаю. Подвинь этот диван. Давай. Как я тебе подвину диван? Я тебя чу. Ты вот видел, когда залазил, кстати? Вот, вот. Ты еще сам на меня шуранул. Вот, нормально. Тут второй этаж есть. Если чё. Чувствую себя ужасно. Может, аптечка какая-то есть? Ну, нам... есть топор, если кому надо. И рация лежит. Ну, кстати, я бы взял бы вместо сковородки. Ну, там что-то посмотри сзади, короче. Там. Молоток какой-то. Лопата. Не, какой топор? Это лопата? А, я лопата. Вижу. Не, лопата не надо. Тут еще одна... Там наверху еще одна аптечка. Да, я вижу. И дыра в полу. Ой, меня унесли. Только полечился, блин. Тут не одна, а тут, кстати, еще есть аптечки. Твою мать, а. Идите, бери еще аптечки в туалет. Или в ванную комнату, что-то понравилось. Вот здесь, вот здесь, вот они лежат. Взял аптечку? Угу. Ну, обязательно стрелять надо, что ли? Я в экран стрелял. Так, так нам надо выходить отсюда. Я тоже так думаю. Ну вот это самое вертолёт. Вот осторожнее, я слышу толстяка. Ага, с другой стороны вообще. Да, да. Молот возьми, что? Я не заряжаю! Да вот так два есть. Ага. Ай, блин, сзади! Помогите! Ага, спасибо, спасибо. Так, тут какой-то этот самый генератор надо запустить, типа того. Церковь? Тут посмотрим, вначале её надо смотреть, наверное. Перезаряжаю. Угу. Какая-то игрушечная была, не знаю, смогу ли я выдержать до конца. Тут рубильник. Тут, кстати, еще один проход, граната. Так тупик? Пошевеливайтесь! А, тут надо вот жги это запустить, походу, здесь. Вот рубильник. Ну, надо, 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 надо. Еле-еле. Лечись, отец. Лечусь, прикройте! Так, вроде запустил. Помогите мне!
Да иди, моя жирная. Уйдите, убереги его от меня. Сможешь идти? Да, бывало и получше. Все не так плохо. Бежи совсем мало. Патрон, патрон мало. Прикройте меня. Совсем не нравится. Это вот прям... И сейчас еще одну волну отбивать уже не хватит. Волну отбивать, я понял. Или нет? Не знаю. Кто там куда уже бежал? Муа! Я нашел! Так ты проход дальше разломал, нам надо идти. Нет, нет. Сейчас кто тут? Да, я помню, что знаю, ребят. Привет, привет. Джеки бежит там. И плевальщица. Убежище! Там убежище впереди. Здесь будет настоящий ад. Алиса, ходи. Граната! Ой, блин. Жесть какая-то вообще. Ну нет, танк мне зашло нормально. Я, конечно, тебя положил, Мих, но по танку ударилось хорошо. Зашло мне в задницу хорошо. Как бабахнул, блин. Мне все-таки пригодилось. Ухо, да? Оружие, походу, давать не будут. Я только что геймбот нашел. Ты это взял его, да? Да, я с ним беру. Давай он стоит. Нет, я оружие имею в виду традиционное оружие, а не вот эти ваши извращения. Ну, традиционное, наверное, в конце. Типа бронец. Какие надписи, идиот.